Мои хорошие, всем добрый вечер. Вы на канале Пиратская Жизнь. Рано, я сказала. Ничего рано. Рано, рано я у меня сказала. Не рано. У меня все самое. С вами, как всегда, Ниночек, красоточек. Это не ты, Ниночек, это я, Ниночек. А я Вованчик. Вованчик, да, всем привет. Ребятки, у нас очень вкусный ужин, да. Очередная идея вам на ужин. У нас сегодня что? У нас сегодня такая вот рыбка с омлетом, смотрите, в омлете и с рисом. Вот так вот, смотрите, как красиво смотрится. Так, да. Вот, плюс также у нас салат, разумеется, Ван тут наделал целый это. Вот такие вот щупальцы кальмара. Ты не один. Да, я сейчас испачкаю. Ну вот, попробуй. Вот попробуй. Вот ложку возьми и ешь. Так, а еще также, смотрите, вот такие у нас мидии. Очень вкусные в собственном, так сказать, соку. Да. В общем, у нас сегодня рыбный день. Что-то типа того. И смотрите, какую красивую дорожку я постелила. Это у нас дорожка с элементами Нового года. Да, это вот спасибо любимому Васильку, который нас спонсирует такими вот штучками классными. Ну, согласитесь, поинтереснее, повеселее стало. Да. Все только свеженькое. Все свеженькое. Всем приятного аппетита. В общем, у нас сегодня рыбный день. Практически. Ну, овощи никуда не денешь. Рыбка нежнейшая. Девочки, просто нежнятинка. Очень вкусная. Реально очень вкусная. Обожаю так делать с рыбой в омлете. То есть, к сожалению, пангасиус, если его делать без омлета, он просто разваливается. Да. Он будет такой. Прям полностью. Прям, да. Поросенок. Извините, я забыла представиться. Ну, еще это. Свин Вован. Свининка. Угу. Свининка. Звучит как свининка. Ну, так свининка. Ну, прикольно. Эй, нет, жесть. А мне пойдет. Так, хочу вот этих кальмаров. Щупальцев. Ноктобильных. Вот будет. Да. Нет, у меня кальмарчик-то оставь. Смотрите, какой красивый, смотрите. Да. А в большой семье клюм не щелкает. У меня сейчас все мидии съем. И салат. Чком, блин, я что, мясо? Виновата. Прикольно. Мы раньше в магазине покупали такие на развес. Сейчас вот только, к сожалению... Мы купали в масле, они были. Они, по-моему, маринованные тоже были. Не, в масле, в масле. Разве? В пивном были в масле. Ну, такие прикольные, мне понравилось. Ну, по сути, обычный кальмар. Только чупать его. То, что от него осталось. Угу. А то он сегодня изъявил желание. Говорит, хочу такую штуку. Йода не хватает в организме, да? Угу. Море требует организм. Море будет у нас через недельку. Кстати, как раз получается, аккурат через неделю. Угу. Осталось потерпеть немножко. И море у тебя будет прям вот первая береговая. Не только. У меня еще и соляная пещера будет. Да. От нас все включено. У нас, кажется, все включено и ничего не выключено. Честно получилось. Рыбка мой. Вот это покажу любит. Мальчишки, как говорится, будут письками мериться. А у меня вот это есть, а у меня вот это есть. Мой друг опять прислал новое видео. Да. Кстати, я хочу этот. Посмотреть. Что, видео? Угу. Там что интересное. Там показывают бассейн. Ну, там бассейн мост. Такой нормальный. У них такая линия. Это свой этот, как он? Как сказать? Ну, корпус. Слушай, в любом случае, знаешь, где бы ты не был? Дело в том, что у них до, блин, пляжа. А сколько, кстати, не доходишь? Как пишут. В отзывах минут 15-20. То есть где-то третий где-то. И как типа кондилор у нас был, да? Типа, наверное. То есть если у нас это нужно было идти от кондилора там где-то минут 5, там не, больше. Минут 10.
Там больше. Ну хотя, может быть, пойдем. Там больше. Коротким путем есть. Тут мы ходили. Он что-то на третий день только короткий путь нашли. Салатом поглощаем очень много. Мы очень любим. Едим его совсем. Так надо продумать свой лук. Чего? Продумать лук. Лук? Да, свой. В смысле, одежду? В смысле, да. Куда? А, куда? Чтобы писька не мерзла. Господи. Я тебе предлагаю, давай то я тебя буду в бассейне фоткать. Надо мне фоткать в бассейне. Кстати, там бассейн тепленький, я думаю. Потому что он как раз на солнышке. То есть он такой тепленький будет. Вот это в Кандилоре были. Там бассейн был в тенечке. Очень холодный был. Ну еще и был. Ну еще плюс, да, еще месяц был. Март. Вот так. Был-то 12 градусов. Ходил там в тепле. 25. По-моему, что-то 30 даже. 25. Показывай мне там. Я напишу. Что ты мне покажешь? Ты мне покажи злачные места. Столовку, да? Ресторан. Угу. Бар. Куда ты уже должен был заселиться. Да. Ближайшие 9 дней. Ну, даже на 10, да? Угу. Ну, мне кажется, знаете, вот ехать куда-то на недельку, это мало. Недельку мало, а на 10 дней много. Нет. Нормально. Мы были весной на 2 недели, но там многовато. А в Таиланде мало. В Таиланде, да. Вот чем Таиланд удивительно. Таиланд, Вьетнам. Там вот чем больше дней, тем лучше. Там просто не успеваешь что. Неделя с толстяком летит. Незаметно, да. К сожалению. Пока что. Вот так. Так, ну что тут еще? Кальмарчик. О! О, там вот этот вот мой, да? Там их два. Нет, там он один. Два. Один. Два. А, они сцепились, извините. Хорошо. Вот это мой тогда. Понял, где пару шупальц могу отрезать? Оторвать. На, тебе две щупальца. Эх. Блин, хрен оторвешь. Да-да-да. Он такой. На. А то неровно получается. Я ж тебя не обделю. Ну, вкусняшку, дай мне это. Я себя не обделил. Дай это. Салфеточку. Ты ж салфеточку дать? Да, да. Да, такая щупальца. Не обледишь? Ну, к сожалению, на кальмар скидки не было. На мидии были. По 89 на баночку. Ну, кальмар, что ты сидишь. Как жвачка. Ну, вкусно. Вкусная. В Таиланде этого, блин, куча. Все, ладно. Доели мы уже всем с Таиланда, все. Вот у нас водичка сегодня минеральная. Не просто минеральная. А итальянская. Да. Называется Фонт де Медичи. Медичи? Mm-hmm. Крутая. Причем естественные газации. Вот сюда смотри. Естественные газации. Пробуй вот ее. Там практически не чувствуешь, что она газированная. Mm-hmm. То есть, чтобы газиков не было в организме. Ну, кстати, вот здесь прям вообще нету. Попробуй. Чувствуется, да? Да, немножко так
щекотить. Ну, как раз так и надо. Такую пить. Водичку. Чтобы газиков не было в животе. Слушайте, рыба получилась огонь. Там еще от варана. Я знаю, как солнышко разделил. Вот так. Тик, как тык, 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 тык. На 6 кусочков. Ну, кстати, я хотела, знаете, выкинуть это, сковородка. Вот хорошо, что не выкинула. Потому что в новом сотейнике он мал. Для такого количества, для двух пластов этого пангасиуса. А новую сковородку тоже заставать не хочется. Ее потом устанешь мыть, она слишком большая. Угу. Поэтому вот для всяких этих целей очень удобно. Например, сотейник, который Нева, да? Угу. Там хорошо обжаривают, там зажарку делают, кук, морковку. Ну, и все надо. Не, можно, конечно, все это дело сделать на одной сковородке, но... Когда есть специализированный... Да. Всегда удобнее. У тебя все специфическое. Ну, какая рыба. Можешь еще кусочек положить? Рыбки. Хочешь. Положить еще? Не, не надо. Ну, тебе говорю. Не, вот этого омлетный. Вкусный. А прям нежнятинка. Девочки, смотри, нежнятинка. Так запеклась. Причем я вот залила ее омлетом, вообще не трогала. Просто под крышечкой на маленьком огонечке она пропекалась. Ну все дела. Угу. Под крышечкой на маленьком огонечке. Ты решил это не мучиться? Да. Первым делом отправлюсь в пещерку соляную. Первым делом надо поспать бы. Обязательно сниму. Давай. Все. Олег уже... раздразнил Вована, да. И вот Вован уже решил пиком мериться. Он же, так, я ему сниму это, я ему сниму... Ты ему потом сними этот, морской день, рыбный день. Обязательно. Вот там точно Олег не удержится. Там прям огонь. Там и крабы, и раки, и креветки. Проклянет. Да. Господи, что за парни вообще? Я что, в баре сам он пью, дорогого. Лучше коктейль возьми. И вина. Да, вина. Самого дорогого. Ты как ты так допитываешь или нет? Это чисто так, для картинки. Вот я сфоткаюсь, да, и пить не буду. Да. А пить буду я, да? Тебе отдам. Господи. Девочки, что за мужики вообще пошли, а? Взрослые мужики. Одному под полтос, второму 40. Один. Он начинает письку мериться. Ой, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Он 60, и чё? Ай, что за люди? Вот мальчишкам нужно. А мне кажется, знаете, вот люди... Здорово, когда люди не теряют вот эту вот задорность. То есть, ну, когда люди еще остаются в душе с ним таким, знаете, некими детьми. Потому что если ты там уже все скучно и неинтересно, с тобой скучно. Обрюзший. Да. И бубнишь, как дед старый. Угу. Ну, слышишь, он стоял на остановке. Он что-то там ха-ха-ха, пи-пи-пи. Морда кривит. О, в гостях же были, родители. Вот отец у него один в один, тоже стоит там, прикалывается с этими майками там. Обрадовался, что ему вот эту майку с этими, с львом. Он прям такой счастливый стоит. Я говорю, вот в кого, Вован. Еще бы так нимут. Да. Надо спрятаться. Вообще стоит там ля-ля-ля. Желтый особенно ему понравился, он же любитель желтых майк. И все. Да, уже в следующий раз закажем после Турции. Сейчас уже... просто глядеть, что там. Да. Без заказа. Ну так это... Без заказа. Там нельзя. Опять. Там у них же периодически все заканчивается. Они же там разбирают-то прямо ого-го. Глядеть, а потом уже от этого писать. Mm-hmm. После Турции, если будет, то в наличии. Ну или во время того, как в Турции будем заказать. Мы приехали, сразу тебе распаковку. Так, в принципе,
В очередь, дети. Это сок, который пришла, у нее срок, до которого она могла храниться 20 октября. Mm-hmm. Так вот. А Василек там до 4, по-моему, был. Василек меньше. 20 как раз, а не до 4. Нет, я тебе говорю, Василек до 4. А та, которая вот эта на посте, не до 20. Сейчас он сидели и смотрели это. Буклет, который дали в спаре. Ну, там, конечно, прикольно есть акции, но... Там новые акции наступают, но вы об этом знаете позже. Это, мама, так сказать, это... инсайдерская информация. Угу. Из первых уст. Нам нужно получить специальный буклетик. Кстати, он, наверное, не просто так получается. Специальными скидками. Да. Мне кажется, он, наверное, не просто так дает. А там, кстати, не, блин, написано, как его получить. Совсем. Потому что там написано, что буклеты и эти ограничены. Ограниченная серия? Да. А мы уже. Там еще не началось, а мы уже. Так вот. Там написано, что количество товара ограничено. Тогда там не более 6, там в основном единиц. Да, не больше 6. Но там такие скидки, это огромные на ту серию товаров. Там на не каждый на день, на каждый день очень так, да, мультики внушительно скидывают. Ну, конечно, кроме алкашки. Хотя, между прочим, есть и хорошие скидки. А особенно на шампанское. Причем Асти. Да. 499 рублей бутылка. Асти? Асти. Блин. А на какой день? Я не помню, но как раз мы будем здесь дома. А, уже здесь? Да. Надо взять. На Новый год. Я не помню, какой там. Асти, блин, вообще какие там. Там определенный вид это шампанского Асти. 499 рублей будет. Не, хочу. Именно при предъявлении вот этого купона. Мне сейчас только это. Но взять я можно только... не больше 6 блин. Штук. Больше 6 штук. Ну, с 6 взять. А 20 числа будут скидки на все. Куда ты наклеишь? Кроме тех, где, которые уже... Вова, на бочонок с пивом я его точно уже не наклею. Так ну, что ты забудь. Ты можешь наклеить на что-то другое. Ну, да, конечно, что. Там больше ничего интересного там нет особо. Да? А какую-нибудь фигню мелкую тоже нет смысла. Я вот, например, хотел для это все-таки создать свою мечту, создать. Мечту? Какую? Да. Сделать бар. О, так бар. Как я не пью, будет бар. И что ты меня просто смотреть будешь? Да. Приходить в гости. Будут. Вот какую-нибудь специальную штуку купить под бар. А есть, знаешь, такие столики? Да. Ну, такие, как это? Барные. Да-да-да. Типа. То есть там раз такой нажал, он такой раз такой выехал. Так раз, двигатель, щу, крутил. Вот так очень. Там уже стоят и стаканчики. Это надо, знаешь, как раз в зал между этими мешками поставить. Да-да-да. Кстати, мешки что-то у нас лежат и не используем. Там один надо подшить. Что-то оно так. Да, надо новый взять. Более большие. Ну, кстати, да, ну столько мы их, раз 6 уже заполняли. Да. Я же устала, блин, их всех не заполнять. Надо какой-нибудь, знаете, ребят, кстати, подскажите, вот у нас мешки заполнены были вот этим пенопластовыми вот этими хернюшками, как это называется? Шарики, да. Пенопласт. Они, собака, блин, с этой, пару раз посидишь, все, уже потом как на полу. Ну, кстати, мы люди такие. Грузные, понимаешь ли, мы их утрамбовали. Дело в том, что он у нас мешки считаются маленькими. Да? Это еще маленькие считаются? Да. А нам большие больше-то не надо, у нас просто не влезть туда. Чего? Нас в комнату и не влезет больше. Как-то не влезет. Нет, я имею в виду в нашу спальню. Нет, просто мешки. Нет. У нас они, как он сказал, на блин, 300 литров мешочки. Нет, я тебе просто говорю, что если что, в спальню больше не влезут. То есть, чтобы они прям еще влезут. Больше. Влезут. Они и так стоят еле-еле. На 400 влезут, они нафиг? Просто будут со спинкой. Со спинкой как раз? Ага, тогда, блин, хрен пройдешь потом. С этой спинкой. Так. Я только думаю. Я вообще хочу... Нет, я... Подожди. Из какой ты меня ткани? Сбил, подожди. Я к людям обращаюсь. С какой ткани здесь? Я про то говорю, что есть же всякие наполнители, есть же всякие бескаркасные мебель. Подскажите, пожалуйста, какую лучше нам все-таки взять? Даже честно, я вот не знаю.
Я с вот эти жарики пенопластые, ну это хрень полная. Говорю, пару раз посидел, все, они сплющились, еще надо дозаполнять. Он был вначале, они вот были легкие-легкие, такие мешки. Сейчас они уже тяжелые. Но все равно уже сплющенные. Я бы их подзалила, так сказать. Я вот думаю, что делать. Какую корпусную мебель. Бескаркасную. То есть мебель, которую можно спокойно так взял, перенес в другую комнату. Да. Раз поставил. Табуретка. Табуретка это жестко. Может что-то помягче. И неудобно, да? Да. А тут что-нибудь другое. В общем, кто знает, у кого может быть такой же вопрос вставал, и кто-нибудь там такой, знаете, легкую такую мебель, простую. Вот. Подскажите, пожалуйста, мне в Инстаграм, напишите, пожалуйста, ссылочку в описании под видео. Может, ну просто. Мало ли, у нас аудитория-то большая, смотрит много людей. То есть одна голова хорошо, а 30 с лишним тысяч лучше. А, блин, хотела это взять. Да. Я у тебя рассол это лучше. Кстати, рассол тоже очень вкусный. Как собственно соку получилось. Да. Вкусняшка. Ну что, ешь салат, что? Вкусно. Там еще одна баночка есть меди. Две взяну. Хрен, да. У них завтра обновление акции на рынок будет. Спарь. У них обычно по понедельникам меняется. Да. Последняя акция. И начнется вот это вот. Ну да. О котором мы расскажем завтра. Вернее, этого уже видят. Это они уже видят в понедельник. Во вторник. Это они видят уже в понедельник. Короче, у них уже понедельник. А у нас в воскресенье. Мы люди из прошлого. Да. Нашего столько квашеного. Угу. Угощайся. Ничего себе не оказалось. Да. Бери и кушай. Ну что, он так и зла. В общем, съездили сегодня, поздравили. Считаем, мы молодцы. Вот, мама была очень довольна, что мы приехали. Вот, отвезли подарки, цветы подарили. В общем, все хорошо. Нагулялись мы. Еда есть немножко, рыбка. В омлетике. Завтра есть еще щи. Ну, не знаю, что-то, знаете, нам осталась неделя. Вот тут готовить такое. Прям масштабное это. В смысле нет. Может, надо... Ну, мясо какое-нибудь приготовить. Давай приготовим суп. Бериндей. Какой? У тебя любой суп бериндей. Нет. Как ты приготовишь? Ну, вот, кстати, вот этот грибный щи хороший. Что ты хочешь приготовить? Бериндей. Настоящий суп. Бериндей. Что худей? Там на один раз, Вов. А что, какой вкус? Бериндей, я ж тебе говорю. Короче, надо думать. Старорусский суп называется бериндей. Из чего он? Как из чего? Из тины морской. Спагетти в жопу. Да и из морской капусты. Чего-то никак не поймёшь. Из морской капусты? Суп такой? Да, щи. Из морской капусты. Фу, да, ну что, в хрень. Пойдем, пусть какую-то херню, блядь, придумал. Морской капусты. Мисо-суп, что ли? Это называется? Нет. Из морской капусты мисо-суп. С тофу. Нет, это ты японскую кухню. А я тебе говорю про старорусскую. Я знаю суп с этими, с щавелем. С ботвинником. Это ботва вот этой вот, этой свеклы. Я бы не знаю, щи и зеленые. Знаешь, старорусские это, морскую капусту не жрали. Ели. Все. Уж явно не на Древней Руси, в районе центральной части России. Морская капуста была, блин, на волна, она никому не нужна была. Потому что никто не знал. О, ну ты как ляпнешь, как ляпнешь. Вот, блин, вообще. Вот у нас контент-мейкер, блин. Да. А в Анкипедии записывайте новое. Суп бериндей из морской капусты. Старорусский рецепт. Как-нибудь заставим Вован приготовить. Хайпанем немножечко. Так что не забывай подписываться на нас обязательно. Из секретных книг. Не пропусти. Монахов. Монахов? Да. Это в женском монастыре был взят рецепт. Это точно вода была? Ну-ка, дыхни. Ты, может, там это подливаешь себе? Да, обязательно. Тебя понесло. Ой, мама. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Всех ждем завтра. Обязательно заходите к нам. У нас, как всегда,
Все интересно, вкусно, да, ну и по-простому, и весело, да. Да, у нас самый уникальный рецепт. Самый уникальный рецепт. Старорусской кухни. Старой русской кухни из морской капусты. Почему это из морской? Только из морской. Из тины морской, да. Это из тины морской. Короче, это все интересно. Все, любим, целуем, всем спасибо, всем пока-пока.